В эфире программа «Наше время», в студии Маргарита Белова. Здравствуйте. Закончили вступительные экзамены в вузах и СУЗах Алтайского края. 1 сентября тысячи студентов пришли на занятия. А вот насколько профессионально ориентированы наши будущие выпускники? Они выбирают профессию осознанно? Об этом мы сегодня поговорим с педагогом, психологом Алтайского краевого центра диагностики и консультирования Александрой Сартаковой. Александра Владимировна, здравствуйте. Здравствуйте. Первый к вам вопрос. Вот профессиональное ориентирование школьников, насколько сегодня оно необходимо? Я знаю, что вы проводите тестирование чуть ли не с 7-8 классов. В этом возрасте ребята уже задумываются, куда им пойти учиться? Но, наверное, о необходимости профессионального ориентирования можно судить о том количестве консультаций, которые провели специалисты нашего центра, ну, предположим, за вот эти 9 месяцев 2015 года. Это более 400 консультаций, более 400 обратившихся. Конечно, многие родители изъявляют желание, звонят и приводят детей уже 7-6 класса, иногда даже 5-го. Ну, это как бы редко, но бывает. А в этом случае мы акцентируем внимание родителей на чем? На том, что в этом возрасте интересы еще не совсем устоявшиеся, да, поэтому, наверное, более целесообразнее будет приходить в чуть старшем возрасте. А именно в этот период профориентация будет сводиться больше к информированию. То есть ребенок должен узнавать о мире профессий, да, о том, какие профессии существуют в современном обществе, о том, чем занимаются те или иные специалисты, ну и, собственно говоря, какие требования профессия выдвигает к тому или иному представителю какой-либо профессии. Основная масса обучающихся, да, с которыми мы работаем, это все-таки 8, 9, 10, 11 классы. А как проходит вообще вот это тестирование? Что они делают? Заполняют ответы на вопросы или вы с ними просто разговариваете? Вообще консультация состоит из нескольких этапов. Сначала проводится предварительная беседа с самим ребенком, с родителями, да, ну, для того, чтобы понять цель их прихода к нам, что они хотят получить от консультации. А на следующем этапе проводится диагностика его интересов, склонностей, личностных особенностей, способностей. А затем уже идет процесс обсуждения результатов, когда мы совместно с родителями, да, и дети обсуждаем те результаты, которые у них получились. И можем уже санализировать, насколько привлекательная профессия перекликается с этими результатами или же, может быть, противоречит им. А насколько точны вот ваши выводы? Вы отслеживаете судьбу своих дальнейших школьников, да, выпускников? Насколько совпадают ваши рекомендации и то, куда поступил ребенок? Но какого-то специального мониторинга, конечно, по тому, насколько реализовали выпускники, да, наши рекомендации или нет, мы не проводим. Но, наверное, можно судить об этом вот почем. Когда приходят к нам родители и говорят, вот я к вам пришел уже со вторым ребенком, да, я был с первым, и он поступил именно туда, куда мы, ну, к какому выводу, да, мы пришли в процессе консультации. Или приходят по совету с близких, знакомых и приводят своего ребенка, говоря о том, что их дети успели. Успешно, ну, поступили, да, и опирались именно на те рекомендации, которые давали мы. Ну вот, предположим, вы провели профессиональное тестирование, да, у школьника. Оно показало, что у него склонность большая к точным наукам. И была рекомендация, ну, например, поступить ему на математический факультет. А ребенок всю жизнь мечтал и готовился к поступлению в медицинский. Вот как быть в этой ситуации? Что вы посоветуете? Ну, вы знаете, все-таки большая часть детей, которые к нам приходят, все-таки, ну, не имеют вообще планов на поступление. Ну, или, по крайней мере, так об этом говорят. Но если все-таки результаты тестирования с привлекательной профессией несколько не совпадают или не перекликаются, то здесь, наверное, тоже работа строится в несколько этапов. Изначально мы вообще разговариваем с ребенком о том, а что ты понимаешь под этой профессией, да, чем занимается этот специалист. Ведь зачастую они видят только внешнюю оболочку. И когда знакомятся более близко с особенностями и спецификой профессии, иногда бывает корректируют свои планы. Конечно же, мы не настаиваем на том, что вот получили результаты, и ты должен строго следовать им. Но все равно мы говорим о том, что для того, чтобы быть успешным в этом направлении или в выбранной тобой профессии, тебе придется приложить довольно большое количество усилий. Ну и некоторые, конечно, с этим соглашаются, говорят, что да, пусть это будет сложно и трудно, но я все-таки выбираю свой вариант.
А вот когда родителям стоит задуматься о профессии своего будущего ребенка, когда стоит целенаправленно отдавать его на какие-то кружки, секции, занятия, с какого возраста? Ну, вообще профориентационная работа, если мы говорим про школу, она может строиться и должна строиться уже начиная с первого класса. Здесь форма работы следующая, про которую я уже говорила немножечко выше. Это экскурсии на предприятии, это всевозможные конкурсы рисунков, это знакомство с профессиями родителей, когда сами родители, да, могут, приходя на классный час, рассказывать о своих каких-то интересных профессиях, да, и как они их осваивали, и чем занимаются на работе они. Естественно, посещение кружков секций тоже может как с начальной ступеньки школы быть, так и со среднего звена. Ну, здесь, наверное, родителям не стоит, ну, скажем так, увлекаться, да, отдавать во все имеющиеся кружки, секции. Или очень часто родители еще вот, ну, как бы, да, что могут делать? Скажем так, реализовывать свои несбывшиеся мечты, да. Вот я мечтал быть спортсменом, по каким-то причинам я не занимался спортом, отдаю ребенка в спорт. Или мечтаю, или мечтал играть на музыкальном инструменте, у меня ребенок обязательно идет в музыкальную школу. Наверное, здесь стоит родителям порекомендовать вот что. Прислушиваться все-таки к пожеланиям своих детей, быть чуткими к их интересам, да, и все-таки оказывать какую-то эмоциональную поддержку в его начинаниях. Ну, вот, наверное, так. Ну, к вам, как к психологу, вопрос от мамы. В каком возрасте, если мы говорим о малышах, да, это вот первый, второй класс, стоит и нужно ли корректировать увлечение ребенка? Когда все только зарождается? Ну, наверное, корректировка увлечений, она может сводиться к чему? К тому, что родитель помогает ребенку освоить различные направления интересов, будь то спорт или творчество, или какие-то другие. То есть они могут совместно приходить в те или иные секции. Да? Если ребенку понравилось, он остается на протяжении длительного времени, занимается. Если же не понравилось, помочь, постараться подобрать то направление, которое ему будет интересно. И в дальнейшем, возможно, он себя каким-то образом свяжет с будущей профессией. Ну, я очень часто слышу от друзей и знакомых, что они работают не на своем месте. Уже взрослые люди, состоявшиеся, работа не приносит удовольствия. Вот такой группе людей как быть в ситуации? Проводите ли вы для них профессиональное ориентирование? Ну, все-таки основная категория, с которой мы работаем, это обучающиеся. Ну, начиная с 1 по 11 класс, и это могут быть обучающиеся средних образовательных организаций, среднего образования и высшего тоже. А все-таки, наверное, состоявшимся людям, более взрослым, старшим, мне бы хотелось сказать о чем? О том, что, ну, все в наших руках, да, и каждый все-таки делает свой выбор. Поэтому, если человек готов к каким-то переменам, ну, наверное, на любом этапе жизни можно освоить то направление, которое все-таки будет ему интересно и будет приносить ему радость и удовольствие в жизни. А вы помогаете бороться со страхами вот в такой ситуации? Да, то есть оказание, вернее, научение способом снятия какого-то эмоционального напряжения, да, это тоже входит в нашу работу. Ну, как перед экзаменами, например, выпускные, да, государственная аттестация, ну, так и тем людям, у которых есть некий страх вообще чего-то нового и изменения направления своей деятельности. А в какое время вы посоветуете школьникам проходить вот это там, профессиональное ориентирование? Там, например, 9 и 11 классы. Это середина года, начало года или перед выпускными экзаменами? Ну, на мой взгляд, лучше, наверное, все-таки это в начале года делать. Почему? Потому что, когда определяются экзамены выпускные, все-таки это начало года, да, и наша консультация, может быть, неким образом поможет определиться мало того, что с будущей профессией, еще и с теми экзаменами, которые будут выпускными. Александра Владимировна, спасибо вам огромное за встречу. Спасибо вам. А я напоминаю, что это была программа «Наше время» о профессиональном ориентировании школьников и работающих людей. Мы сегодня поговорили с педагогом-психологом Алтайского краевого центра диагностики и консультирования Александрой Сартаковой.